Если вы когда-нибудь занимались каким-нибудь родом деятельности на Ютубе, тогда вы определенно задавались вопросом, кто же вам ставит эти все лайки и дизлайки? Сегодня я вам расскажу, как узнать, кто это делает. Для начала нам нужно зайти в творческую студию. Затем на вкладку «Видео». Выбираем то видео, которое нам необходимо, и видим, что нам поставили 7 дизлайков. Затем заходим в Google и вбиваем в поисковой строке случайное число. Нажимаем кнопку «Сгенерировать» до того момента, пока у нас не получится цифра наших дизлайков, в данном случае 7. Ура, у нас получилось! Затем заходим в социальную сеть ВКонтакте, на вкладку «Сервисы», «Друзья» и выбираем первых 7 друзей. Вот они, те самые 7 людей, которые понаставили нам дизлайки. Вот они, у нас в друзьях.